Вот мы сегодня возили чурки, дрова пилили, там у нас валежник был небольшой, там возле деревни. И вот сейчас еще ветки везем. Вот этих двух моих гавриков загрузил. Все, Максима. Я сказал не снимать эту ерунду. Ерунду снимать? Так, ерунда. Мы сейчас бревнышки, мы не разговариваем. Да, вы лежите аккуратненько. Я вас привязал веревочкой, чтобы вы не свалились. Вот. И сейчас мы поедем на костер. Это мы везем на костер. Так, зачем ты этот мусор распространяешь? Все, сейчас я завожу и поехал за ним. Тихо. Едем на костер, где мы будем. Даст Бог, может, в пятницу или в субботу печь картошку. Все, сейчас получше будет, на дорогу выезжать. Все, приехали мы. Вот они мои. Держался. Ого-го! Смотрите, какие птички. Птички, да. Тут и коршуны, и вороны. У них между собой особая любовь. Такая. Все. Аккуратнее, только аккуратнее. Все, давай, веревку развязываем, палатку убираем. По-хозяйски все. Аккуратно, только аккуратно. На сиденье не вставай ногой-то. Зачем ногой вставишь? Так он вставал. Аккуратно. Коленочки вставай тут, коленка. А потом туда на железку. Все, палатку убирайте. Вот эту палатку убери сперва. Верхнюю. Сдергивай ее. Потихонечку тут. Чтобы ветка не зацепилась. Все. Все, вот сюда в сторону. Клади сюда в сторону. Все, веревку. Не, веревку надо спираль. Вон, один край я отвязал. Максим, вон с той стороны, вон, веревка край. Вон. Давайте побыстрее это, соображайте. Сема, что дергаешь-то? Хоть задергайся. Сейчас он там ослабит веревку. Вот это? Да. Давай, отвязывай. Это вот здесь вот у нас будет еще работа по обкашиванию вот этой всей травы. Надо будет обкосить ее. Дрова мы привезли сейчас. Что там, не разрежешь там? А вот сперва надо здесь. Вот здесь, вот. Во. Тяни. Да, открой, бери, тяни. Сема, помогай ему.
Что ты сидишь-то? На ту сторону беги сейчас. На ту сторону. Туда, в ту сторону. Угу. Веревку тяни сейчас на себя. С той стороны, с той стороны. С этой стороны. Да, вот это тяни, а ты отпускай свой край. Все. Сейчас смотри, куда там дальше развязывать надо. Под низом или где она пропущена? Посмотри внимательно. О, под низом. Что ты ее бросил-то? Тащи на, это, на себе веревку. Сема, веревку-то зачем отпустил? Бери ее. И под ветками протаскивай. А я уже вижу, где она. Ну, там ослабевай. Давайте, ребята, соображайте, что надо делать. О, молодец, так. Да, ну, да, это... Максим, ты правильно потянул? Тяни сверху сперва веревку свою. С верхний край веревки. Какой, вот этот? Да. О, она легче пойдет. Не, нормально. Я теперь эту. Да куда? Все, вот. Это... Сема, он справится. Ты палатку бери. Так. Сема, я справлюсь. Мне палатку? Да, палатку аккуратненько. Сдергивай ее, аккуратно только. Чтобы нигде не зацепилась. Аккуратно, аккуратно. Все, клади ее сюда. Все, борт снимай аккуратно. Ого, это борт? Да, Максим, помогай ему борт снимать. Ты тяни на себя, столько пошло-то. Ты бери за край борта, тяни на себя, он будет другой край подхватить. Все, давай. Максим, давай с другой стороны подхватывай. С той стороны. Сейчас он вот, сейчас. Ну, давай, подхватывай у него. С другого края борт. Все, сюда, на палатке, так, кладите. На палатке. Ну, хотя бы. Все, клади. Он легкий. Все, сейчас ветки разгружаем вон туда вот. Вот где откропил, вот туда бросайте все ветки. А зачем? Ну, это мы на костер привезли. Как зачем? Так, с той стороны зайти надо, во-первых. Максим, с той стороны заходи. С той стороны. Во. И какие, которые легко берутся, типа, зачем ты в саму крапиву-то? Потом же сам будешь брать оттуда, руки обжигать. Я сказал, рядом с крапивой. Рядом. Тут бросай. Во, все. Аккуратно только. Глаза берегите. Друг друга не повредите. Так, Максим, подойди сюда, будешь съемку вести, я буду сейчас разгружать. Понял. Все, иди сюда. Ты же умеешь снимать? Да. Все, тут ничего не трогай. Угу. Запись идет. Все, смотри, что снимаешь. Если надо, в сторону отойди. Чтобы всех видно было. Так, бери только, который легкий берут. Дядя Володя. Картошку мы будем печеную есть тут, печь. Картошку печеную. Ой, я люблю такую, жалко без соли. Нет, соли тут будет. Тут разрешается соль добавлять. Мы с собой соли возьмем, воды возьмем. Вот тут мы будем печь. Вот сверху маленький бери. А вот вниз. Это не делают. Дрова для костра вот этого, который я покажу. Все, вперед, обожайте. Дядя Володя больше, чем божество Семен выгружает. Потому что он взрослее. Обожествлять, значит, Бога делать из картошки. Потому что это слово неподходящее. Для христианина. Ты бери маленький, я же тебе сказал, маленький веточки бери. Вот это вот возьми, вот. Вот это вот. Вот это вот веточки маленькие. Бери вот здесь, набирай. Дядя Володя, просто Семён стоит за... Иногда стоит за вами, и его сейчас не видно. Сейчас Семёна видно. Надо было сказать, его подвиньтесь, вас Семёна не видно. О, дробовик. Так, никакого дробовика. Дробовика. Вот, покажи камыши. А. Вон камыши, смотри. Ага. Чуть-чуть. Вон, не вон там, вот далеко камыши. Подойду, если смог. Покажу. Вот они, эти камушки. Камушки. Вот они, вот.
камушки. Камушки. Я иду обратно снимать. Вот это оружие. Тут мы сняли палатку с веревкой. Ибо просто веревку уже не видно. Я так слышал. Так видно было. Так, все хорошо, хорошо. Понедельник день тяжелый. Вот тут крест, где мы будем печь костер. Вот сам костер. Вот эта вот трава, которая внутри ямы, это надо будет все ее убрать, выкосить. Потому что там надо будет костер жечь, а траве-то что там разожжешь? Мы потом как-нибудь подойдем сюда и начнем тут все порядок наводить. Вот они уже какую кучу. Так, далеко не бросай. Вот они уже какую кучу сгребли. Вот сколько нам еще осталось. Вот. Дядя Володя берет самые большие, а Семен дает самые мелкие. Вот маленькая. Так, так не бросай. Снимаю. Сема, ты вот, клади, как я кладу. Смотри, я беру так. Вот, смотри, Сема, на меня. И вот так вдоль кладу. Вот, бросай. Так. А ты бросаешь, что я так попала. Все, бери, бери, бери. Что ты стесняешься? Клади вдоль. Вдоль. Не просто бросил. А вдоль положил. Дядя Вова, а что Сема? Такое? А что, прям такой большой костер будет? Конечно, у нас мощный костер. Ну, конечно. Считай, два ведра картошки будем печь. Ее же прожечь надо. Пропечь. Не было. Чтобы было вкусно. Мы, может, еще даже привезем. Еще. Рейс сделаем. Это не сегодня уже. Завтра. О, доска. Так, не бери доску. Вот я хотел тоже поднять, но они уже хорошо вставляют. Через плечо не бросай, я тебе сколько раз говорю. Аккуратно взял и так раз. Дядя Володя, а лучше не ругаться, потому что снимаем ведь кино. При чем тут не ругаться? Я его наставляю, он неправильно делает. Если бы он правильно делал, я бы полил бы за это. Если он неправильно делает. Если его так не научить, он такие глупости и будет делать. Всем так. Ваш возраст, для чего так человек растет медленно? Для того, чтобы учиться. Потому что другой знает, взрослый. Так мы друг друга и мы учаемся. Господь так заповедовал. Как отец сына учит, так и Господь учит тоже нас, верующих людей. Наставляет нас на путь истины. Очищает. Исправляет нас. Наказывает нас. Господь говорит, кого люблю, тех обличаю. Слово обличаю, знаете, что такое? Нет. То есть, например, ты что-то сделал не так, и тебе говорят, Сема, нельзя этого делать вот так вот. Надо сделать вот так вот. Это называется обличение. То есть, я желаю, чтобы ты исправил, чтобы ты больше глупости не делал. Или... Я тоже бросил одну палку. Ну, слушай, это есть грех. То есть, этим ты говоришь. Дядя Володя. Тебя на грех не толкает, лишь просят, чтобы ты... Вот сам драндулет, на котором мы приехали. Вот этот край уже почти весь выгрузили. Камера сильно не води, потому что потом кто будет смотреть, она будет по экрану видео. Аккуратно, плавно переводить. Вот, сейчас мы мусор сметем. Что надо для этого, чтобы мусор смести? Надо создать венчик из травы. Кто это сможет сделать? Не я. Точно? Точно. То есть ни разу не делал? Не делал. А всего лишь-то надо вот, травы, которая высокая, немножко ее сорвать, пучок сделать и смести. Дядя Володя, вы что, свою камеру каждый день заряжаете? Конечно, каждый день. Заряжена была. Ну и сколько мы привезли? Да. Я бы, если бы не вас не везти, я бы больше навезли. Уже много может увезти, повис. Ну, конечно, это весь мотор. Такой объем мы могли бы спокойно на тачке привезти, которая у нас стоит. Большая тачка с большими колесами. Вот на этой тачке мы бы точно смогли. Конечно, я ее не видел. Ну, раньше всегда возили. У меня мотоблока же не было. Вот только в этом году он появился. А какая тачка? Ну, тачка там стоит под навесом. Все, не видел. Ты тебе, видимо, не возили.
как в туалет идешь направо, тут есть навес такой стоит, большой. Вот под ним стоит тачка на железных колесах. А у нее запасное колесо есть? У нее нету. И это тоже нету. Значит, плохо. Ну да, с одной стороны, отходи в сторону пусть сразу. Ты умей реагировать. Если я движу их на тебя, значит надо отойти в сторону, чтобы видно было. Так, все. Это надо снести. Так, я от вас не дождался ничего. Значит, делаем луковицей. То есть снести надо. Ну все, висит. Вон. Вот эти Володя уже тут, там половинку. Бел? О, мощь. Можно посидеть? Нет, сейчас обратно сенечку не надо. До дома, до хаты. Все, я сейчас иду в палатку. Так, сейчас я палатку постелю. И у этой будет сторонку отходи. Что ты снимаешь один кузов? Мастебок, как вы вытряхивали. Так, сейчас отходи подальше. Подальше туда отходи, чтобы вот видно было. Как я буду сейчас навешивать? Ты должен разделить оператор. У тебя должно быть в ракурсе все быть. И детально, и в то же время паранормально? Нет. Вот это паранормально? Панорама должна быть общая. Все должно быть туда включить. Мы трактор, чтобы ты все видел. Все, так. А вы знаете, что такое паранормальное существо? Ну, рассказывай, что это такое. Ну, это типа как монстр. Ну, паранормальное это, то есть, ну, немного такие. Ну, немного. Все, показывай, его показывай. А можно ну, туда же крутишка, Максим, я же сказал, потихоньку идти. Можно чуть Марину подарить? Да зачем тебе этот щавель мне? Это уконский щавель называется. Да. Ну можно? А его можно есть, этот японский щавель? Зачем он? Они что, зелени мало, что ли, который у нас дома? Не, ну просто спросил. Комары его закусывают. Человечи нельзя оскорбить. Нечеловеческий же. Я ритуал. Все, загружаемся. Давай стелишь эту камеру. Загружаемся. По коням, по коням. Так, кто бы еще поехал, да? Чтоб снимать. А дядя Вова, можешь мне сорвать камушков? Зачем тебе? Ну, хотя бы один. Я хочу мою коробочку положить. Коробочку положить? Да, потому что, наверное... Можно, пожалуйста, японский щавель? Нет, ничего не надо вам, ребята. Потом сорвешь, когда вот на костер придем, даст Бог. Сейчас сзади у меня должно выключиться. Ну все, в принципе, слава богу, наша миссия выполнена. Мы привезли. Сейчас поедем обратно уже до дома, потому что время уже к ужину. Слава богу за все. Аллилуйя.